Добрый человек, поверь мне. Это ты меня называешь? Зачем вы его пукнули на доспехах? Я вот не пойму. Для смеха? Наверх. Преступник называет меня добрым человеком. Вы видите его отсюда на минуту и научите, как надо разговаривать со мной. Но не калечит. Это папа, да. Папа там целая рыба. Римского прокуратора. Называйте Димон. Других слов не говорит. Мирно стоять. Ты понял меня? Или ударю тебя?